Какие? Здесь, в принципе, тоже. Смотри, не забывай. Наши права на частную собственность это никто не защитит, кроме нас с вами. Нет никакого какого-то звездного политика или какого-нибудь там иностранного государства или какого-нибудь никто еще. Царь нам не поможет. Да, никто не поможет, избавление. Не даст нам избавления. Ораторов на митинге слушают редко, все приходят поболтать между собой. Их обычно не слышно. Чего-то там будут рассказывать про уточек, коррупцию, ну и прочие ныне модные игрушки. Нам город спасать надо, мы делом занимаемся. Сегодня мы должны понять сами, что это мы их кормим, а не они нас. Не Путин нам дает пенсии. Не Лужков, это мы работаем, а они живут на наши деньги. И все, чем они могут распоряжаться, это то, что мы им даем в виде налогов и так далее. Как они этими деньгами распоряжаются? Где, в каком Парижоне или Лондоне мэр города имеет резиденцию такую, как у нашего Собянина? Нигде. Я за то, чтобы не сносить ни одну пятиэтажку, а их, так сказать, реконструировать в прекрасные квартиры. Пусть они там стоят, и пусть в этих прекрасных домах будут прекрасные квартиры. И можно повысить этажность. Вот и все.